Привет. Привет, нормально, все такими. Пришел к Кэти посмотреть. Я в прошлый раз не попал, она меня не позвала. Нет, запомнил. Она позвала меня сегодня. Ниланка. Привет. Когда у Давида выйдет своя коллекция одежды уже? Ой, я думаю, это будет печально все очень, если у него выйдет своя коллекция одежды. Да. Не нравится вкус его? Очень, очень нравится. Просто сейчас у него такой рабочий режим. Да. Строительство студии, лофта, поэтому он одевается так. Коллекция гастробайтера. Да, я превращаюсь в гастера потихонечку. Давид строитель, бля. У нас большая идет просто, большая стройка нового объекта. Я постоянно там, я постоянно в пыли, в песке. Это очень тяжело. Ну все кеды умерли, все умерло, я все убиваю. Я же не могу ходить в грязных кедах, я одеваю каждый раз новые, потому что они чистые и белые. Что для вас мода, Давид? Одно ли это и то же, мода и стиль? Не знаю, стиль у каждого свой, а мода это то, что вот то 90% модное не ходит, а-ля 86-й, мне кажется, в таком формате. То есть я в фильмах американских старых вижу, как так люди одеваются. Какой любимый цвет и как нравится, чтобы одевалась девушка? Вот мне нравится, когда она в чем-нибудь розовом или в белом. Да, или в белом. Предпочитаете блондинок в розовом? Предпочитаю блондинку. Одну. Без ничего. Лан, какой стиль предпочитаешь для каждого дня? А свободный. В трениках и кедах. Ну, что-то такое, да, спортивный, конечно же. Ну, какие ожидания от коллекции Кэти? Не знаю, посмотрим. Я думаю, что будет очень все красиво, круто, и что-нибудь обязательно понравится нам. Мне кажется, будет. Я не знаю, если то же самое будет, что в клипах, то это прикольно точно. Необычно. Не знаю, я уверен, что будет круто на самом деле. Но я не уверен, но я думаю, что будет круто. Кэти вряд ли может сделать что-то плохое. Нифига, столько народу здесь приходит. Это, наверное, не просто так. Как вам выступление Кэти на Фабрике звезд вместо Гуфа? Блин, я так знал, что он сейчас просит. Кэти крутая. Главное, я не хочу. Главное, чтобы я с ней на батл не вышел. Он меня сделает, мне кажется. Боишься, да, Дэвид? Нет, с ней бы я бы не стал батлиться. Нет. Ладно, а ты рэпом не хочешь заняться, ну или петь? Нет, второго рэпера в нашей семье не будет точно. Хорошо, спасибо. Не останется.